снайперским на конечную. Так, вот в эти ящики я не полезу, не полезу я вообще никуда, в принципе. И дядька отвернулся, обиделся. Взял, отвернулся. Ничего не сделал, только отвернулся. Но, может быть, это спасет его? Да, это его спасает, в том плане, что я выстрелить не могу за страницей. Вот такой эдакий. Понимаю. Опыт. Лучше учить. И сейчас не могу выстрелить. Да ладно, неужели он спрятался? Понимаю. Да, он вообще спрятался для меня. Причем очень неприятно. Понимаю. Понимаешь, но 2% всего. А может быть, и Абала, он хотя бы в стойке уже. А Абала, блин, в перезарядку требуется. Кстати, а балкон ему можно? Да, ему можно обрушить балкон, ребята. Я ни разу, кстати, этого не делал. Смекалка. Ну вот сейчас, я думаю, самое время обрушить балкон. Черт. Ну окей, не обрушился он. В Лизу выстрелит, что ли, застанет такой? Нет, не выстрелил. Ладно, у меня есть Лиза, которая все разрулит, когда у вас проблема. Черт. Я переоценил ее. Ладно, этот мужик пусть отдыхает. Делать ему нечего. Да, блин. О, ага, о. Шанс-то на попадание 0 оттуда. Так что я только подбежать могу. Зина. 2%, ну давай. Не дала. Зина не дала в этот раз. Окей, я понял. Перемещаюсь, ладно, снайпер с одного выстрела не сможет меня убить, никого в принципе. Если только не супер-мега-крит в голову, чем, по-моему, здесь снайперы не болеют. То есть, даже в конце игры, по-моему, это просто на шару должно свести снайперу, чтобы он попал в голову там каким-то критом и с одного попадания вас убил. То есть, рассчитывать можно, что он, конечно, урон нанесет, но не убьет. Давай, добей его. Слушай, тебя хоть чему-то учили? Вот реально, чему-то училось. Тут вроде постоянно молодец, молодец. Этот Харма. Да, этот Харма Инишитив с острова, который вот напал на нас и мешает. Кстати, я смогу перейти здесь в режим реального времени? Или мне будут мешать вот эти чушкозавры местные? Потому что я хочу перезарядиться, всех отправить в невидимость. Ну, вы сами понимаете. Но, похоже, дело мне это не позволит сделать все-таки местные, которые очень хотят пошевелиться. Но, по-моему, если только местные ходят, то все равно... Тихо. Тихо. Перехват. Чей перехват? Перехват змея. Я не видел, откуда стреляют. Вообще, причем не видел. Со спины? Нет. Отсюда? Нет. Вообще не по мне стреляет. По-моему, по местным стреляет, нет? Ага, вот этот чувак пропал, значит, он и является нашей пиковой дамой. Так-то оно лучше будет. Это те, непосредственно тот, кто шорох создает. Так, что у нас здесь? Шутинг скилл, естественно. Кто-то еще хочет получить единичку от меня? Нет, никто не хочет. Интересно, кто получит медаль за эту миссию? Потому что, ну... Мы молодцы ведь в этой миссии. Всех убиваем. Я потерял преимущество. Да ты вообще дурак. Ты вообще дурак. Серьезно, мужик. Как? Просто вот не попал. Я думал, сейчас он реально его ушатает. Но, блин, землю убил. Как? Еще раз вопрос, как? Я навскидку не могу выстрелить. Я вообще не могу. Я подставился. Потому что у меня в этот ход все перезаряжались и уходили в невидимость, поэтому очень мало очков действия. Только не в своего. Молоток. Крит ранения в такой сложной ситуации — это то, что я хотел увидеть. Ладно. Я думаю, сейчас с ним закончим. С этим чувачком. Ну, попадет разок в Тараса. Тарасу в этой миссии не привыкать. Забинтован он по самые уши. Ух, ё. Двоих попал. Это было все последнее, что он смог сделать в этой миссии. Это попасть по двоим сразу же. И экшен поинты у нас есть. Здоровье потихонечку растет. Ну, практически до конца дошла эта полосочка. Я думаю, в какой-нибудь следующей миссии я, когда, ну, атрибуты, когда, я же говорил, что когда они приближаются к тем показателям, которые в принципе рассчитаны, что выше вы их не можете прокачать, они начинают качаться медленно. Но если они у вас не прокачаны, то есть игрой рассчитано, что у вас в принципе может быть больше атрибутов, то вы спокойно можете себе очень быстро здоровье именно просто палкой по ушам ездить друг к другу и это прокачать очень быстро здоровье. Соответственно, на какой-нибудь следующей миссии я проверю. Чем дальше, тем лучше. Что-то еще вкачалось. Спотинг, естественно, спотинг. Ну, в принципе, стой, Лиза, ты не туда. Не туда ты. Главное. Да не тут... шуму. Кто? Кто вот сейчас меня обнаружил? Я не успел Enter нажать, черт.
Вот противник. Я же говорю, здесь кто-то есть у этой лесенки, кто-то сидит. Но стреляли не отсюда, стреляли из дверей. Вот из главных дверей. Опыт. Лучший учитель. Что там прокачалось-то теперь? У ворот, что ли? Ну, перехвату прокачалось. То есть мы перехватываем, ну, якобы перехватываем. И у нас прокачивается перехват, который не прокачивается. Оп. Блин. А я ведь рассчитывал уже. Здесь ноль, скорее всего, да. А если стоя? Отлично. Стоя есть шанс. Так. Нормально. И змей. Вот на тебя я рассчитываю, что ты попадешь. Ну зачем ты присел-то сейчас? Неужели по лесенке в бегом нельзя было подняться? Оп, отлично. Тараса мы чуть-чуть, наверное, уберем с... Блин, мне бы сейчас с Лизой выстрелить в первую очередь. Робим. Так, переключаемся Лизой на такое состояние. 42, давай попробуем. Оп, ну... Лучше надо было пробовать, конечно, но да ладно. 2%. Сюда сколько подбежать? Ух ты. Слухаюсь. Ладно, я присяду. Его-то не заметили, пусть сидит. Рамус, кстати, прострелил абсолютно весь магазин уже. 3%. Кстати, тут и прицельный выстрел есть на 7. По 2, что ли, стреляют? По 2 стреляют? Нет, по одному. Хотя звучит, как будто по 2. Тарас. Ладно, пусть сидит. Его незаметно. Незаметный мужик. Хотя, не знаю, он ведь толстый, жирный, и по нему попадали. Но, возможно, он тут Ерунда. Просто с местностью слился. Ну, блин, здоровья совсем мало добавили за подобные попадания. Надо терапию, дубинкотерапию устроить. Нормально. Вот это нормально. Теперь можно, нужно, точнее, даже не можно, а нужно, блин, найти того дядьку, который, блин, по мне стреляет. Будет сделано. Вон он. Все, найден. Молодец. Молодец, Лиза. Это то, что я и хотел. Найти дядьку, которого надо бы зарядить. Ах, как рикошетило все красиво, но, увы, безрезультатно. 9%, давай. Один из 10-то попадет. Что-то было больше, по-моему. Стартовый выстрел имел больше точности, чем все последующие, что глупо. 58, давай. Ну, это, уже, это уже неплохо. Ноль? Да, ноль. К сожалению, ноль. Как, блин, в роуминге там какие-нибудь тарифы там. Ноль внутри сети, и вот это тоже... Дело плохо. С такими ранами можно и из игры выйти. Да, можно реально просто сделать рейдж-квит с такими ранами. Будет сделано. Лиза чуть-чуть забинтовалась. Как, ну, блин. Да, в принципе, на одной линии стоит. Вот, играя в XCOM, об этом вообще не надо париться. Даже если у вас 10 человек будет стоять и союзников, и противников на одной линии, это вас не беспокоит. Пустяки. Ну, не сказал бы. Главное, что Лиза сейчас в невидимости, в нее стрелять он точно не будет. Она в безопасности. То есть даже несмотря на то, что она, казалось бы, стоит ближе всех к нему в авангарде, но... И, кстати, здоровье добавилось, смотрите-ка. То есть я продолжу бинтоваться, на самом деле. Я забью на кровотек, потому что кровотек меня, в принципе, делает сильнее. Я вам сейчас это покажу, насколько. 58. Хорошо. Теперь я знаю, что стрелять с... Нет, для нее он не на одной линии. Для нее Рамос на одной линии, но в него она не должна попасть. А тут вообще по нулям. Окей. Еще чуть-чуть сдвинусь. Господи, да тут хлопот не оберешься. 30%. Промах. Так, змей, я, конечно, верю в твои грандиозные навыки стрельбы, но ты меня уже чуть-чуть подставил. Я очень много, кстати, в этом прохождении попадаю сам в себя. Когда я проходил до этого, 10 лет, 11 назад, я в себя не попадал вообще никогда, фактически. Ну, может быть, там чисто ошибочно, очень так, случайно, ошибочно-случайно. Ты, конечно, мужик смекалистый, но стреляешь отвратно. Я тебе скажу честно. 6%. Да может быть просто очередью зарядить. Ну, задел таки. И Лиза пусть лечит, смотрите. Чпок. Пустяки. Ух ты, я целый экшн-поинт получил. Неужели я получил целый экшн-поинт за получение урона, потому что стрелочка поднялась, а полоска осталась на том же позиции. Но вы видели, добавилось здоровье. А здоровье это очень даже нужная вещь. Без здоровья дальше будет тяжело. Все, заделал я его.
Ушатал. Фу, блин, миссия, конечно, то еще испытание. Давайте еще раз проверим. Action Point 54, вот на сюда. Опыт. Нет, лучший только учитель. У ворот добавился. Can avoid enemy fire and combat situation both on the physical qualities of the character. Кстати, сколько у кого у ворота? У Лизы, кстати, лут... Ух ты, ничего себе, у Рамоса какой у ворот. То есть он, в принципе, этот Рамос, он хоть и бородач, он может увернуться от чего угодно. Понимаю вас. Это выше моих ожиданий. Так, переползаем. Давайте, ребят, набегу. А я не возражаю. Лиза теряет здоровье. Такой случай редко выпадает. Вот, видите, уже 55, но это потому что я пробежался на самом деле. Но суть, вы, думаю, уловили. В принципе, Лиза вне. Смекалка меня завсегда выручала. Вот он, дядька-то где был. Вот он, где собака Такой зарыта. Такой случай редко выпадает. Так, давайте, на линию огня призываются стрелки-биатлонисты. Вот увидите. Стоп, все, обнаружился. Змей, ты пропалил всю контору. Хотя у него лучшие показатели скрытности, но он почему-то пропалился именно. Дограешься ты, усих нас погубишь. Давайте дальше. Чпок. Так, отлично. Зина уже не уходит на штрафной круг, а вот наш змей получает штрафной кругаля вокруг всей карты. Лиза, у Лизы эти дни, она истекает кровью немножко, но в принципе все нормально. Давай, змей, реабилитируйся. Нормально. Реабилитировался, в принципе. Зарядил, будь здоров. И здесь, в принципе, по-моему, уже никого не осталось. Внутри еще люди, может быть, есть. Кошмар. А может быть и нет. Мне срочно нужен врач. Ну, Лиза, обойдешься. Может быть, потерпишь, а? Я ее еще немножко забинтую, может быть. Что-то я не хочу выделяться персонажем. Так, бинтуемся. Я смогу еще хоть как-то? Чем дальше, тем лучше. Да, я смог еще. Заодно и медицину прокачал вот до 29. О, уже 29, а мне на 35 надо, ё-моё. Ну да ладно. Кто там хочет? Рамоса. О, Рамос хочет полечиться. Так. Я старался. Оп. Не, мало, мало. Не имеет смысла на данный момент сейчас заниматься этой фигней. И Виталий тебя поднял. У меня, по-моему, стартовое было 95. Но сейчас, на самом деле, лучше мне приостановить мое кровотечение. Что такое? А, действие бинтовое. Бинтодействие. Врача. Я знаю. Скорее, знаю. Где медик? Ты сама медик. Я тебе открою тайну. Все. Врача. Теперь все нормально врача. Должно с тобой быть. Ты... Скорее, где медик? Все. Так. Помимо того, что все хорошо, давайте все-таки будем не расслабляться, потому что игра-то не закончена, и миссия не пройдена. Нам еще и... Неизвестно, скольких тут придется убить. Закрыто? Так, Лиза, отмычка. Угу, отлично, у нас есть отмычка. У нас есть у Лизы отмычка. Это то, что мне нужно. Вот именно поэтому инженер в принципе нужен, но это... Может быть, я обойдусь. И Лиза инженерингом. Смотрим, 26. Трынь. Открылось, что ли? Нет? Нет, не открыло, блин. Лиза не очень. Трынь. Подергал я, вообще поковырялся в замке, но это не помогло мне открыть, и больше у меня отмычек нет. Ладно, знаете, лучшая отмычка — это пулемет. Знаете поговорку? Вот я, правда, только что ее придумал, но, знаете, она существует. Опыт. Однозначно. Лучший учитель. Заряжаем в дверь. Смекалка меня завсегда. Действительно, зачем получать диплом и учиться на инженера, если можно просто взять пулемет и открыть эту самую же дверь? Все легко и просто. И логично, что самое интересное. Так, понимаю вас. Потихонечку заползаем сюда. Здесь, а в этой не комнате возражаю. Никого нет, в принципе. Нормально. Все по плану. Фух, надо реально заканчивать с этой миссией уже. Она меня в челлендже предоставила более чем. Так, Тараса, зашкирим. Давайте в реал-тайм перейдем. Лизе, правда, не надо вперед ломиться. Лучше, у кого много здоровья. Вот, допустим, Рамос... Блин, а здесь закрыто. Да ладно. Вы что, назакрывались-то? Я стал лучше. И тут все позакрывали. Вообще все позакрывали. Вон, кстати, видите? Это явно не местный. Ну, в плане не гражданский. Это противник. Огонь. Так. В кого лучше зарядить? Естественно. Заряжаю 10 патрончиков.
Могила по тобі плаче. Ну и заодно дверь я открыл. Как видите, все, два в одном совершил действие. 9%, 0%. Заряжаем. Я старался. Да плохо ты старался, сразу же видно. Тарас, я уже думал, сейчас Тарас получит себе оплевуху, еще одну оплевуху, но прям перед ногами получил попадание. Ладно, снайперы должны что-то мочь. Ящики мешают. Ну, это нормально. 0%, не могу стрелять, к сожалению. Отлично. Ух. Горжусь. А чем какой? Недобитый был. Что служил? А, его же Тарас своей стране. Его же Тарас так подрючил неплохо. Опять выстрел. Осторожнее, он как раненый зверь. И добьем. Не добьем. Вот это по-нашему. Окей, ладно. Кстати, змей тут застрял, я его вообще никак, по-моему, не могу. А, я его только вниз. Ничего не выйдет. Ладно. Оставим как есть. Пистолетчик не страшен. Здоровье там попрокачивает только, если попадет. И меткость заодно даст постреляться и все такое прочее. Сколько, кстати, я получаю, вот, допустим, шутинга и что-нибудь еще? Чем да, кстати, вы видели, декса чуть-чуть добавили мне за выстрел. Здесь 0, но я могу сдвинуться чуть-чуть и получить 100. Маю. И опять, смотрите. Ну, мало совсем, кстати. Зато левел видно, сколько добавили. Но это тоже не очень много. Так, ладно. Опять переходим. О, лиф желтый будет. Хотя лиф и так должен быть желтым. Окей. Все в невидимость. В невидимость. И давайте сюда. Кроме... Надо пошукать другое укрытие. Тихо. Не успел я Enter нажать, ребята. И змей... Тьфу ты, блин, змей. Лысый Тарас может сейчас огрести неплохо. Ну, ему в этой миссии везет. Он однозначно должен медальку за это получить. Я верю в него, что он получит за все свои страдания. Ну, он танк. Его судьба такая, быть танком. Танковать урон, получать урон, не умирать от урона. Ух ты, дверь открыл. Приехали. Физика, блин. А этот чувак реально уже приехал. Шанса нет на выживание. Все, приехали. Умьешь его, нет? Вряд ли, кстати, убьет. Самое интересное, вряд ли убьет. Но я не хочу просто расстреливать кучу выстрелов. Оп. Ох ты, Буэна. Да ладно. Это не так просто, как кажется. Ну да, с кем не бывает, типа. Тарас. Ну, вся надежда. Нормально. Получи свое. Фух, еще одного убили. Кстати, змей там где-то должен кругаля описывать, и надо ему это задание отменить. Пусть зайдет спокойно внутрь. Так, в этих, по-моему, ничего нету. На втором этаже. Или здесь ли? Сейчас посмотрим. По объективу у меня реально... Ух ты. Кстати, да, смотрите-ка. Реально нету описания, сколько у меня миссий. То бишь, неизвестно, сколько у меня миссий. 2, 3, сколько документов я могу здесь найти. Подвалы. Подвалы существуют, но я не думаю, что в подвалах что-то есть. Ладно, в любом случае их придется проверить. К сожалению, без проверки подвалов не обойтись. Я не буду брать всех, буду брать Лизу, Тараса и Рамоса. И просто проверять Сигура. Помещение. Ага, минимум одни документики я уже нашел. Так, здесь подсветилась эта миссия, что она существовала вообще здесь в принципе. Есть. Так, здесь кто-то есть еще? Нет, здесь никого, и миссии, правда, здесь нету. Окей, на втором этаже, возможно, тоже есть вообще миссии. И то, что у меня находится здесь ребята-снайперы, они смогут через потолок стрелять. То бишь, ну, вы это видели уже, как это работает. Работает это просто на супер. Поэтому тремя я забегаю наверх и смотрю, что я здесь еще увижу. Еще лучше. Или не увижу. Я надеюсь, что я здесь уже никого так-то не увижу. Так-то оно лучше будет. Так. Есть кто-то? Нет. Вот в эту комнату уже пострелять не удастся, но пулеметчики смогут простреливать все это. Опыт — это самое главное. Так, забегаем. Ничего нету. Может быть, вот в этом ящике что-то есть? Так, я предпочту, чтобы ящик открывал самый здоровый, потому что может так случиться, что даже самого здорового не останется после открывания ящика. Конечно, в штабе нелогично заминировать все подряд. Маузер? Что за маузер? Пистолетик, фигня, короче. Можно выбросить нафиг. Но, тем не менее, знаете, это вовсе не значит, что каждый ящик здесь не заминирован. Так, смотрим, что у нас здесь. Ага, как видите, еще одни документики. А я ведь мог их пропустить. Отлично. И подвал. Слухаю. Ну, знаете, в подвале архив. Конечно, в архиве свежих документов не особо бывает часто, но они здесь бывают, согласитесь. Проверим. Ну, смотрите, сколько железных шкафиков здесь. Должно быть что-то, должно быть.
смотрим. Хуя. Хемер, здесь никого не что, что радует уже. Так. Нормально, никого. Открываем. А вот здесь уже тоже реально могут быть мины. Бреды М24. Это гранат, что ли? Это лимонки. Самые классические лимонки из всех классических лимонок, которые можно себе представить. Нет, так ничего не выйдет. Закрыто. А я все отмычки уже просранил. В ту дверь. Да, этот ящик я, может быть, и смог бы открыть, но не повезло так не повезло. Нет, здесь ничего нету. Я туда, по-моему, даже забежать не могу. Да, у меня не кликается туда. Есть. Ну да ладно, не кликается, так не кликается. Так, здесь что-то есть. Да что за... Стоп. Великая вещь. Вот оно. Подстава, ребят. Подстава. Тут чувак. Откуда он тут? Я понятия не имею. Я, по-моему, в подвал никогда и не лазил. Но он здесь есть. 0%. Зробим. Да почему тут хит 0%, мужик? Бачу ще. О, черт. Як больно. Где ж червоний крест? Так и не дожил, блин, наш Тараска до конца миссии. Лучший учитель. И ситуация стала очень критической, потому что, черт возьми, наш... Я старался. Блин, проклятый снайпер, пулеметчик, он наверху. Вся надежда на Лизу. Один на один, половина здоровья. У меня только автомат. 37%. В голову тридцатник. Зарядим. С чего лучше стрелять? Давайте, рассчитываем только на длинную очередь, на то, что я его заберу. Лучше есть, я его забрал. Умирают. Фу, вот это крит. Крит ситуация просто. Ситуация help, ситуация сос. Так, ну по крайней мере Тарас, он не истекает кровью на данный момент. Возможно, этого тоже хватает в игре, но, то бишь, если он без сознания, он просто без сознания так и будет валяться. Единственное, что пулеметик я его протеряю, его бы надо забрать. Серьезно, надо забрать пулеметик. Без пулемета я не уйду. Фух. Эх, да-да-да, вообще ситуация. Какой только не попадешь в ситуацию. Так, не, блин, уже поздняк. Да, подставился я, серьезно подставился, так неприятно, ну да ладно. Теперь я хочу пострелять вот в этот ящик. Ну, документов в нем точно нет. Все расстреляла. Точно нету. И здесь, по-моему, больше нигде ничего точно нету. Все, я проверил подвал. Я проверил первый этаж, здесь я был, здесь я везде зашел, и так как это... А, знаете, где еще может быть? Здесь, правда, тоже все закрыто. На последнем этаже. Ну, это тоже возможно на самом-то деле. Так же, как и возможен противник. Потому что кто-то еще палит. Контору Enemy Turn-то проходит. Где он может сидеть? Я не знаю. Ага, смотрите, вот этот балкончик я не проверял никогда. И он закрыт. Возможно, он там, а может быть и нет. Ну да ладно. Рискуем, но надо все это дело. Кстати, что у нас тут? Карабин 98 Scoped. Возможно, это хороший снайпер. Ружье снайперское 29-36. Ну, явно не самый худший. Вот что я могу сказать. И, в принципе, я больше нигде никого не вижу. Последние ящики, которые я просмотрю через автоматную очередь... А лучше бы, наверное, чуть-чуть отойти от них. Я стал лучше. Ребят, я говорил, что надо бы отойти от них. Вот я говорил. И вот поэтому я говорил, что не надо просто так открывать ящики. Но тем не менее, Рамос получил. Что он получил? Да ничего он не получил. По яйцам он получил. Я могу уйти. Миссии я выполнил, два документа нашел. Максимум того, что я сделал. Так, надо проверить, поднят ли у меня тело Тараса. Если у меня тело Тараса будет не поднято, он с этой миссии не уйдет. Он будет считаться умершим. Возможно, кстати, вот в этих ящиках что-то есть, вот в этом ящике. Да ладно, я не то нажал. Блин, я вместо выйти нажал, естественно, не выйти. Естественно, не выйти. Ладно, я хочу проверить все-таки вот этот еще ящик. 52 здоровья, это не то, что гарантированно, что я выживу после прострела этого ящика. Но тут ничего. Слава богу. Ну, по крайней мере, если он не взорвался, значит, в нем точно ничего нет. Ну, взрывного в том плане.
Все, проверил. Документы могли просветиться сквозь простреленный ящик, но также, стреляя в ящик, есть высокая вероятность, что вы его просто-напросто, эти документы разорвете. А уж тем более, если ящик заминирован, то они точно взорвутся. Фух, все, валим отсюда, к чертям собачьим. И не дали награды. Даже Тарасу. Я сохранюсь, потому что если я сейчас наткнусь еще на какую-то случайную стычку, это будет вообще не к тему. Валим отсюда, просто валим. Выход, вот он спасительный выход с этой миссии. Давай, давай, давай. И у нас появился Брандербург. Целых две миссии. Германский особняк и германский город. Но, я думаю, ребят, на сегодня реально уже хорош. Я и так засиделся, но, сами понимаете, миссии тут не быстрые. А уходить на середине я не могу физически, да и не хочется. Так что сидел до последнего как мог. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все, короче, вы это все знаете. Да, вы можете там друзьям рассказать о моем канале и все такое прочее. Я знаю, что вы этого делать не будете, но надеюсь, что развлекал все-таки не только себя, но и вас.